В праздник Рождества Христова состоялась встреча патриаршего экзарха всей Беларуси, митрополита Минского Изяславского Павла и президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Ее свидетелями стали прихожане Свято-Духового кафедрального собора Минска. Это светлый праздник, праздник Рождества. Мы друг другу скажем теплые слова. Спасибо. Патриарший экзарх и глава государства, а также сын президента Николая Лукашенко, зажгли свечи у чудотворной Минской иконы Божьей Матери. Митрополит Павел вручил Александру Лукашенко список знаменитого образа Божьей Матери «Троеручица», оригинал которого находится в сербском монастыре Хиландар на Афоне. Это праздник радости, и мне хочется пожелать вам помощи Божьей в вашем ответственном служении Отечеству нашему, народу. Хочется пожелать неоспоривающей благодатной помощи, радости. Хотел бы сегодня очень символически вручить вам этот образ иконы Божьей Матери, именуемой Троеручица. Эта икона была написана на Афоне. Вот это триптих иконы Божьей Матери, святителя Николая и великомученика Пантелеимона. Мы хотим вручить Николая. Александр Лукашенко преподнес митрополиту Павлу серебряное чеканное панно с изображением Крестовоздвиженского собора Полоцкого Свято-Ефросиньевского монастыря, в котором покоится мощи небесной заступницы Белой Руси, преподобной Ефросиньи. Хотел бы пожелать прежде всего здравия, мира в наших семьях, в нашей стране и, самое главное, в наших душах и сердцах. Примите от всех светских властей самое доброе пожелание. Вы всегда можете опираться на плечо государства, власти. Вы всегда можете быть уверены, что в нашей стране будет мирно и спокойно. Это мы вам гарантируем. Я благодарю церковь за тот великий вклад, который она вносит в этот мир и покой на нашей земле. Я думаю, что это непростой год, как вы сказали. Мы преодолеем, пройдем, успешно пройдем. Я в этом абсолютно убежден. Залог этому доброта и желание наших людей. Желание наших людей жить в мирной и спокойной стране. На мирной и спокойной земле, дарованной нам Господом. С Его Рождеством, с великим праздником. Поздравляю всех вас, наших белорусов, наших друзей, наших братьев, соседей. Желаю также мира и добра, и самое главное, добра и мира нашей родной южной соседке. Я думаю, и там мы все сделаем для того, чтобы был покой и мир в душах и сердцах этих людей так близких. Информационный портал собор.бивай для православного телеканала «Союз».